среду утром еще один пешеход пострадал, переходя дорогу по нерегулируемой зебре. На этот раз на улице Суворова областного центра. Груженная фура МАН, двигаясь в среднем ряду, не притормозила перед пешеходным переходом и сбила переходившую дорогу 46-летнюю женщину. Медики диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Водитель грузовика был трезв. На кадрах видеорегистратора, изъятого из его автомобиля, видно, что аварии можно было избежать, если бы автолюбитель притормозил, заметив пропускавшую пешеходов газель, или если бы женщина, двигаясь через дорогу, смотрела по сторонам.